Нет, это раки, определенно раки. Да. Значит, решили остаться? Ну, а куда же мне сейчас дергаться в такую темень? Еще сакс отнимут. Времена сама знаешь какие. Ну, раз решил, тогда оставайся. Ты что, мне угрожаешь? Да нет. Просто фиксирую твое решение. Нет, ты все-таки угрожаешь. Решения, как известно, могут с легкостью приниматься и с такой же легкостью отменяться. Давай лучше с тобой просто посидим спокойно, а там видно будет. Ну, давай. А почему ты сказала таким тоном «давай»? Значит, ты действительно угрожаешь?